привет, я вот тут с клиентами нахожусь в ГУМе и случайно встретил моего бывшего клиента Сашу. Очень рад этому событию. Вот хотел, чтобы наконец-то поймал Сашу, потому что Саша не хотел оставлять отзыв, как и абсолютное большинство там клиентов, потому что все не хотят палиться, вдруг там мой сосед узнает, что я прошел тренинг Шамшири. Короче, вот хотел сейчас вот получить отзыв от Саши, послушай, может тебе что-то будет интересно. Санек. Это Санек, здорово. Здорово, из Машины поперечь. Вот. Расскажи что-нибудь, смотри, как ты вообще пришел, вот, то есть что было до тренинга, скажи мне. До тренинга вообще не волнуйся, ничего не Саня, было. Расслабься. Ты по сравнению с этими ребятами, которые смотрят отзыв, просто монстр соблазнения. Ну, то есть, как бы, женщина вообще ничего не получалось. То есть, совершенно нельзя. После тренинга... Как ты пришел? То есть, почему ты решил, что тебе надо прийти? Ну, то есть, как-то я понял, что дальше так продолжаться не может, как-то нужно себя развивать. Как, ну, нужны женщины. Жизнь. Да, без женщин никуда, да? Да. Вот, соответственно, записался на тренинг в Махкове. Прошел и, как бы, результат не остался долго ждать. Хорошо, сколько времени прошло с тренинга? Время? Где-то месяц. Я не помню. Пять, наверное. А, мужик что-то проходил, трехдневку, по-моему, да? Да. То есть, как бы, трехдневки оказалось тебе достаточно для того, чтобы что? Сейчас какая ситуация? Вот поделись тем, что ты сейчас мне сказал с ребятами. Ну, на прошлой неделе было три девки. То есть три девки за неделю, да. Ты с тремя девушками за неделю. Да, на первом свидании. Сколько лет девкам? Одной 19, другой 20, третий 23. Да, сколько тебе самому лет? Мне 22. Ну, отлично. Вот. Че еще скажешь? Ну, в общем, если хотите, чтобы у вас было, ну, с девками все нормально, вот к Вове на тренинг приходите. Спасибо. Ну, а сейчас вообще как бы... Сейчас как бы легко нет. Там или какие-то затыки остались. То есть на улице вообще могу к любой подойти, как бы взять телефон, пригласить в магазине. В магазине, в метро, где, как бы, с ним проблем нет. Понятно. Ну ладно, спасибо, Сань, за отзыв. Наконец-то я тебя снял. Спасибо всем, ребят. Увидимся на канале. Счастливо.